уже. Если мы посмотрим выступление на эту песню. Выступление да. BTS это всегда, не знаю, что-то на высшем уровне, так что да. Так, давай. Раз, два, три. Shoes on, get up in the morning, chamomile, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing some when I'm rocking on, jump up to the top of the prawn. Ding dong, call me on my phone, let's D and I get my ping pong. Oh my god. Ah, Tico! Брючки, они классные, конечно. И Жанна! Классно! Трусышка. Пошукай! Вау, классно. Супер. Я, кстати, в клипе не величала, а хореографии не особо заметила. Да, потому что там вообще были другие, как бы особо не было хореографии. Каждый день. Только вот такой момент. Это интересно, они прям уже среди зрителей выступают или это записанное видео? Мне кажется, записанное. Сейчас же это... О, классно сделали! Офигительно! Как он себя называет? Мастер Хэнсон? А, World Wide Хэнсон? World Wide Хэнсон. Не могу с ним, он жадный такой. Шикарный. Это всё. Так быстро. Хочу ещё. Да. Ой, танец классный, кстати. Они говорили, что у них такой танец будет, который, чтобы легко людям было запоминать. Но я бы не сказала, что он легкий, там такие движения. Да, прям. Кстати, они там прям ногу так задирают. Да, это не... Спасибо. Ну, может, для них он легкий, да. Но для нас окей. Ну, очень классное выступление, как всегда. Они вообще как-то так... оно такое прям... Ой, уж наушники пали. Без напряга. Такое легкое, но при этом интересное. И прям очень классно. Танцевальное такое, прям хочется танцевать. Да, я вообще под эту песню не могу просто... Да, стоять нельзя, невозможно. Знаешь, напоминает чем-то такой стиль, я не знаю, Бруно Марс. У него песни такие какие-то танцевальные, когда есть, типа, вот. Ну и в целом, если вот взять стиль их одежды, как они выглядят, вот эти брюки клёш, это какие 70-е, 80-е, да? Ну, говорили, что там Майкл Джексон, Вот, поэтому, наверное, песня тоже немножко в этом стиле, но она прям очень такая... Позитивная для настроения. Да, вообще. С первого раза залетает. Да. Короче, всем спасибо за просмотр нашей реакции. И ждем. Они же должны выпустить полный альбом, да? Или мини-альбом?
Но вроде они как должны комбикнуться скоро. Да. Пишите, если что, в комментариях, что вам об этом известно. Да. Всем пока.